Какой Привет. дела? Все нормально? У нас сегодня снова видео «Почем жизнь?», на этот раз в Абу-Даби. Ну, в общем, почем нам у нас шопинг? Почем нам шопинг? Нам шопинг. Почем у нас шопинг вообще? Что мы купили? Сейчас будем показывать, рассказывать, озвучим цены и покажем все, что мы выложили вот здесь на кровать. Это вот наш номер в прекрасном отеле Коти Ярд by Marriott, который мы называем Котик Ярд. Вот такой номер. Практически содержим в чистоте, порядке. Да, ну, полотенце, вы замечаете, сушится. Наташа просила его убрать, но честно, вот, ну, ничего не сохнет, знаете. Ну, 3 дня уже ничего не сохнет. Ну, так что берите запасочку. Так что это сразу. Наташа уже такая, ладно, говорит, уже и купальники покажи. Вот они висят здесь, на такой штучке мы в Мумуса купили. Мы постоянно ее с собой берем. 7,50 у нас стоила Ну, дирхам, да, да, но минимум. ванная не сохнет, поэтому я здесь сушу. Хорошо, что тут штучка есть. Свет Общем, включу. пристроили. Ну, мы и знали, что так будет, потому что люди писали отзывы, что ничего не сохнет. А вот, кстати, доброе утро. Абу-Даби. Вот такой вот у нас вид из номера. Отель там уже показывали. Но теперь вернемся к нашим, точнее, большинство здесь, к Наташиному шопингу-то. Наташа, давай, тут тебе слово, ты рассказывай. Что у нас первое? Да. Чудесная кофточка от Марк и Спенсер. Давай. Потрясающая вещь. Прям под горлышко. И вся в звездах. Ну, красивая. Хлопок и нормально так облегает. Размерчик прямо это остался только мой и восьмерочки, да? Ты я И мерила, поменьше. Тебе что-то с мне оно руками там. как-то не подошло. Слушай, я люблю вот эти вот. Ага, что стоило, да? Значит, стоило 59, потом 39, и последнюю это я сверху перелепила. 29. Короче, мы купили за 29. Шикарно было бы, конечно, еще дешевле, но. Ну ладно, ладно. Так, Итак, хорошо, значит, да? это. Дальше. Теперь эти Марк и бюстгальтеры, да? Спенсер. Все это Марк и Наташа Спенсер. очень довольна, что наконец-то у нее нормальные лифчики есть, да? Ну да, они хорошие. Так, это мы купили за 19. И видео мы, кстати, сделали. Да, вот, я его уже, конечно, носила. Очень удобно. Вот, все в звездах. У меня что-то все в звездах теперь. Такие девушки, как звезды. А это мы купили в другом Маркин В Спенсере. Марине Мол. Да, Марина Мол. И вот эти были по 29. Ну, видео мы, кстати, Видно? уже не делали. Да, видно очень хорошо. Этот Вот цвет этот просто мятный мятный, вообще. балдежный. И опять же за цены. То есть по 29 каждый. Да, Да? 29. А теперь цены. Это опять же я с эту налипку. Первая была цена. Сейчас, одну секундочку. Значит, изначально он стоил 125, потом 79, потом они перелепили и написали 125, 29. То есть я взяла по 29. Кстати, кофточку со звездами мы тоже в Марине Мол взяли. То есть, Да, а да, вот это да. вот у нас Вот такое это вот. большое отделение Марк и Спенсер, мы такое со звездами взяли Втроем там. мы Марине Мол ходили, вот сюда мы взяли. Так, а этот стоил мятный. Этот мятный, ну, то есть я заплатила тоже 29, но изначально он стоил 140. Вот 140, и тоже тут налипка была 140, но я опять люблю смотреть вот эти отдирать, Ничего, в как Марк и они. Спенсер реально качественное белье, мы уже вам Да, рассказывали. классное, мне нравится. Ну, и за такие деньги, за 29, ну, не за 140 Да, шикарно. Вы меньше меня 10 извините, долларов. конечно, но Ну, кто вообще за слишком. 140 Ну, покупает? Ну, я вас покупают. поздравляю, вы Да, миллионеры, вы наверное. миллионеры. Так. Ну, а вы бы за сколько купили бюстгальтер Марк и Спенсер? Пишите в комментах. Если вам, если вам, да. Так. Так, ну идем Ой, смотри, дальше. как Вот я оно иду. вот дальше, вот видишь, да, вот такая удобная штучка. Кстати, сейчас Наташа на ней стоит, но обычно мы спотыкаемся и падаем Не, об нее. она неудобна вот этим металлом. Это ужасно. Не берите домой никогда. Это ужас. Так, ну давай, что дальше у нас Так. лежит-то? Это блазер я купила себе за 40 дирхам. Ну, Какая-то блазер классный. фирма Можешь его одеть Анта еще. какая-то фирма, да? Я даже не знаю Антанта, такой фирмы. по-моему. Анта. Ну, вот Наташа, он классно. Ух А я ты. мерила и такой, и похожий, и розовый, и ничего мне не подошло. Что я здорово Ну, за сэкономила в этот 40 раз дирхам это на вообще шопинге. шикарно. Так, потом, о, пояса мы купили на Heritage Village за Да, это 20 видео дирхам. я должна уже была сделать и выложить. Ну, смотрите, два шикарных кожаных пояса из коровки. По-моему, ну, не Да, важно. Као, он сказал. Не За важно, да. 40 вместе взяли, за 40. Хорошенькие. Я его мерила. Тот и тот хороший. Да, Так. а я мерила, ничего мне... Тоже что-то Хорошо. ничего мне Так. не подошло. Зубная паста. Ну, это мы в Паста Карифоре классная. купили. Сколько? Попробуй. 22,50? Не, 27, по-моему. 27. 27,50, Ну, да. так. Хотите иметь Недешево. хорошие зубки, пользуйтесь хорошими пастами. Ну, да. Тут они, конечно, перебор с ценами, но что делать. Так. Давай Потом. кисточку ты не показала, что ж ты А, не вижу. кисточку, Кисточку да. Это в пропустила. Миннесоте. Это я даже хотела показать. Может, кто-то интересуется макияжами и все остальное. Наташа Смотри. говорит, классная. Да, вот это в Миннесо серия вообще шикарных вот этих кистей.
10,50 стоит. Это искусственный ворс, но такой классный. Я что хочу сказать, да, я покажу. Из этой серии я купила... А, ну, подожди, Вот я уже вытащила, может кто-то будет. Именно вот эта серия розовая. Это для, как он, теней. Ну и тоже для теней, для растушевки. Вообще не вылазит ворс, туго набито. И сколько классно. Ты уже ими пользуешься? Ну, полгода точно. Полгода уже, да? Вообще стираю, ну, это, ну, мою, шикарно. Верьте, Наташа, она эксперт нашего канала. Шикардос, да. По парфюму, мейкапу. Ну, это уж и мягкая, вообще классно, набита, не вылазит. Супер, вот это рекомендую. Рекомендую. Это есть, магазин Минисука или Минисо? Минисо, я их путаю все, Минисо, вот, Минисо. Минисо. Угу. Я думала, в Мумусо взяли Минисо. То есть очень серия похожих магазинов есть. Дейса, Мумуса, вот там эти нету. Вот, да. Именно вот если кисти, вот, вот именно эта серия шикардос. Вот шикарная. Потому что другие серии не буду говорить. У меня какие-то есть, но мне не понравились. Так, значит, что? Это ты... Платочки. Это я уже купила, как ни странно. Этот мне я купила. Видно, ну, можно не доставать, свечи. Так видно. Этот себе я купила ходить за 30 дирхам. Помните, мы тоже покупали в этом, в Сук Эль Бахар в Дубае. А этот я на подарок купила. Красивые цвета. Да, очень классные. Шелк Индия. Так, теперь... Носочки давай, скетчерсы. Скетчерсы. Вот, это твой, да? Это твои скетчерсы. Ну, покажи, какие цвета есть. Серенькие. Одни серенькие, значит, две пары сереньких, беж и две пары синих. Вообще не ощущаются, не слазят, ничего. И все по 35, да? Да, по 35 распродаж. Самое главное, мне понравился состав, потому что они продают за такие, за 85 дирхам. Тут хлопок, полиэстер и спандекс. То есть все шикарно. А там просто, извиняюсь, одна это химия. Покажи остальные и по 89 продают. Так, это тоже самое состав. Это ты взяла на подарок? На подарок. Розовенькие две пары, сереньких две и одни черненькие. Слушай, кстати, 35 дирхам. Подарок можно, знаешь, там, если мало подарков, 8. Не хватит, можно каждому по паре. Можно, то есть, 5 человек осчастливить. Вообще, вообще. А можно каждому по носку, да? Да, это мои. А тебе подарок, да. А это тебе. А что, они все белые? Да, я все белые выбрала. Ну, мне школу надо, белые носочки под кроссовочки. Ну, приятно, вот такой вот. Беленький такой. А вот я не люблю одноцветные. Они все равно по-разному выстирываются. Хоть вот брось. Ну, мне нормально белый вообще. Это отлично. Тебе. Да. То есть тоже 35 и тот же состав. Хлопок, да. Это очень шикарно. О, моя любовь. Это Наташа просто. Мы уже рассказали, я уже сняла видео, рассказали, как Наташа их долго искала. Ну, как сейчас искала? Витя прям в прямом смысле спит с ними. Я их не это. Не, это я ходила. То есть я не мыла ничего. Вот они, вот как с улицы пришли. Я уже ходила в них по улице, по асфальту. Это точно как шин взяли. То есть вот это сказали кожа сверху. Скетчерсы. Да, скетчерсы. В середине очень удобно, подъем сделан. Хороший суперлаторчик, да? Да. И в этом, как он называется, центре-поинте, они были дороже, чем вот в этом магазине, который мы купили за 275, да? Да? А там что-то 300 с чем-то. 325 или 360. Там $100 было, как мы посчитали. Там было $100. А как этот магазин назывался, слушай, вот в этом? Какой? А вот. Ну, это ж мы не в Скетчерсе купили. Мы купили в Сникерс Дистрикт. Сникерс Дистрикт. Такую сумочку еще взяли. Сумочка еще на пляж можно ходить. Вот такая вот модная. Вот, не вот это вот такой вот. Такая он модный такой зеленый. А есть зеленый, вот, да. Как они называются? Если вам нужно будет в World Trade Center в Абу-Даби заходить, я уже показала, насколько там магазин классный. В баскетбол поиграть можно, и всякие цепи приобрести для баскетболистов, и футболки от Джордана до Найка, до Сникерса. Мы поиграли в баскетбол. Так, дальше что? Это мы купили в обыкновенной грошери в бокале от кашля сухого. А я показывала, как у нас прогулка была, они показывали, что мы покупали от сухого такой кашля 5,50. Я уже попила. Очень классно, да? Тут в составе какие-то, я даже не знаю, что это за название, тут цветки, корни, эти листья, ну потом ментол. Хербал, короче, такое. Ну, травы, хербал. Травы. И мне понравилось очень, ты знаешь, он так выпускает. То есть от сухого кашля... Ну, народ, мы рекомендуем, действительно. 5,50. Возьмите. Какая-то судуру, не знаю. Там есть и зеленая, не знаю. Вот мы выбрали судури и не промахнулись. Наташа кашель как-то прошел. Индия. Потому что он не сильно-то и был, но ну, что-то все-таки. Было, что-то да. Было. Пакистан, что-то было. Подожди, пардон, Пакистан пишут. Ну, все ну, видно, отлично. Главное, что помогло. Ну, классно. То есть в бокале есть такие вещи. В обыкновенной бокале. Так, салфетки, ну не перескакивай, салфетки взяли. Пардон. Я ж не знаю, что это. Ну, подряд идти надо.
Салфетки, сразу скажем, почему мы их купили и даже показываем. Они тут стоят очень дорого. 12-15 дирхам. 3-4 доллара. 7,35. Вот, 7,35 стоило. А тут распродажа по дирхамам была. Правда, срок годности скоро выйдет, через пару месяцев. Но мы думаем, что они еще продержатся, а салфетки у нас закончились уже. Да. Мы с Украины привезли пачек 10, но уже закончились. Поэтому мы как-то, да. Поэтому мы и показываем. Как мы покупали, это отдельно. Дальше давай кофе. Да. И... Ой, кофе мы уже открыли. Классный кофе. Мы просто пьем еще у себя в номере. Оно видно? Тручило сейчас. Тручило такой смешной. Трусило мы его называем и смеемся. 22 дирхама, классный кофе. Мы хотели его домой взять, но мы тогда взяли последний, сейчас пока больше не видели. Да, это мы в Лувр взяли. Это я так свои приколы. Трусило очень вкусно, действительно. Очень такой аромат классный. Так, теперь что можно? Да, эти вот штучки я очень люблю и рекомендую, у кого там вот... любит после еды достать и остальную еду, которая застряла у вас в щелях. Очень классная вещь. Да. 7,50 стоит. И вот этой вот одной штучки мне на неделю хватает спокойно. Я и в школу беру. Вот это когда есть момент после еды обязательно выйти, всю еду вытащить. А зубочистки все-таки немножечко нервируют мои зубы, десна. Даша не проходит. Не проходит, у меня застряли. У тебя маленькие щели просто между зубами. Так, что, это уже да, можно? И труселя, на это подарки труселя, мы купили. Это шорты, я сама такие хочу. Вообще-то для плавания, но я называю их труселя. Боже, они такие классные, это мы купили в этом. Бренд Фолес, а это бренд Фолес, бренда за копейки. Это что у нас за бренд такой? Сорбина, есть такой бренд, я помню, были в заказах. Тут в это, смотри, кармашки. Смотрите, Куба Либре, не просто так. А ну, приподними их еще вот так вот. Ну, классные вообще труселя, мы надеемся. Подойдут нашим мужчинам, да? Есть, как это хорошо сделано. Ну, кармашек. Вообще. В общем, главное увидеться. Мы надеемся, что подарки все подойдут. Это вообще Наташа хотела себе оставить. Одевала и ходила. Классная. Это пляж. Я только сейчас посмотрела. Тоже сорбина и очень такой материал. Я не знаю, такой приятный, классный. Очень классный. Все, каждый трусель по 29. А смотри, как сделано это. Шнурочки запаяны. И тоже кармашки, и сзади, а ну, сзади тоже есть, да, тоже есть кармаш. Все. Трусили очень замечательные, нам нравится. А что трусили? Говорю, шорты, трусили, шорты. А я говорю, трусили. Куба Либре. Так, ну давай, Наташа, там у тебя вообще что-то было по списку огласить. А, да, а теперь в процентном отношении. Почем же Абу-Даби для простого туриста, потратили? Для человека? Да. Первое место, одежда, 668 дирхам. Ну, это дофига. Да. Прям так. Еда 637 дирхам. 637. И это при том, что мы ходили бюджетненько, да? Да. Мы один раз посидели в этом. Хатами на 20, на 30 долларов. Да, потом в этом карный кафе мы посидели наши 82. Да, видео я снимала. Два капучино и два пирожки. Остальное мы бюджет набрали в Лулу, горячая готовая еда. Шашлычки, суп 5 дирхам. Ну, вообще, то есть, рекомендуем в этом World Trade Center зайти в Лулу, набрать горячей еды. Рис там порция будет, которую вы видите за доллар. Ну, как цены, как тайландские, да. Какие-то. Ну, это при том, что мы брали все. О, а можно показать, что мы все равно на завтраке их еще? Да, будем? Смотрите. Сейчас подождите. Все, иду уже к Наташе. Вот смотрите, на завтра, кстати, вы вот можете писать что хотите, но да. Мы вам рекомендуем выносить, потому что все-таки вам захочется покушать. Что значит выносить? Подожди, там я сама лично видела, парень попросил, это мы кулечки взяли, добрые люди, а пришел официант, принес вот такой здоровый поднос, а на нем лежат пакеты. Да, и люди он ему дал пакет, он себе насобирал, сколько ему надо круассанов, и пошел себе. Потом мы берем по яблоку, я бананы взяла. Вот, каждый день по яблоку. То есть там это вообще, Да нормально, как бы. Не то, что там... Мы когда-то в Дзене выкладывали видео, ай, что же вы выносите? Вы что, с ума сошли, люди? А вы не выносите. А покажу, можно брать кофе, но мы берем фреш. Тут настоящий фреш. Я вот пила арбузный сегодня, взяла с собой оранж. Сейчас мы апельсиновый. А Наташа пила детокс какой-то, ты пила прикольный. А я воду. Ну, на завтраке, смотрите, у нас видео уже было. Да. То есть все рекомендуется брать, и люди нормально к этому относятся. Вообще без проблем. Нет такого, что ай-яй-яй. Это такие пластиковые дают, большие стаканы. То есть в этом отеле, супер. Вообще, я не потому, что, ура, давайте брать. Не, если мне надо. Поверьте, почему? Мы это все съедаем. Да, мы это все съедаем. Так что да, а что у нас еще в процентном отношении? Ты начала говорить? А, пардон. Значит, еда 637, такие много. Проезд 149.
Это ну, такси, и мы съездили один раз на это, на автобусике. И на автобусе из Марины мы добирались в отель, очень-очень удобно. Да, но тут карточки не такие, как в Абу-Даби, то есть у них в Абу-Даби другие. Да, другие, вы можете купить их, кстати, на кассе в Улу, мы видели, не продаются. Да, но пополнять где-то на автостанциях, не знаю. Мы покупали у себя на станции в Эляйне, так что мы вам не подскажем. У нас в городе. А развлечения у нас 45 дирхам. Всего-то 45 дирхам. Но мы в прошлый раз уже, все, у нас лист Абу-Даби есть, мы уже везде побывали, считайте, все, что открыто. Из-за модного вируса еще некоторые доступы закрыты. А у нас это был вход в мангровые деревья, в мангровый 30, парк. 30. 30. И что у вас еще было? И ты на этой трубе пока. А я ехала на трубе в трейд-центр 15 дирхам. Вот так что мы развлекались так. Да, а всего мы потратили 1600 дирхам. 1600 дирхам. Вот смотрите, сколько это в долларах. Вот примерно сколько вам обойдется где-то Абу-Даби, не знаю, там 5 дней, неделя. Там смотрите, что вы будете покупать на шопинг, что вы будете кушать, куда вы будете ходить и ездить. Ну, так что вот такое у нас видео сегодня про почем жизнь для народа в Абу-Даби. Надеюсь, вам понравилось. Почем Абу-Даби? Да, почем вообще Абу-Даби? Ой, я тут для этого присела. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам было интересно. Всем добра, всем пока. Пока.